Всем привет! Сегодня у нас на разборе такой проект, как X-Petroleum. X-Petroleum – это нефтяная платформа следующего поколения, основанная на блокчейне и смарт-контрактах. Компания строит одну из крупнейших платформ на блокчейне в области нефтяной экономики, у которой нет аналога. X-Petroleum осуществит революцию в нефтяной промышленности и сделать ее более прозрачной. Все мы знаем, что нефть стала самым важным источником энергии в мире с конца Второй мировой войны. Нефть является рычагом для экономического и социального развития в 21 веке, потому что она приносит твердую валюту из-за рубежа, и это влияет на другие отрасли экономики, создавая новые рабочие места. Топливо на основе нефти по-прежнему используется сегодня во всех видах техники, включая автомобили, корабли, трактор, генераторы и многое другое. Нефть также сырье для топлива в некоторых реактивных двигателях, а в некоторых случаях и топливных ракетных двигателях. У данного проекта просто неоспоримые плюсы. Ну, во-первых, они будут исключать третьи лица, так как все будет делаться на блокчейне. Также это будет безопасная и быстрая обработка транзакций, снижение эксплуатационных расходов, ну и, конечно же, прозрачность и безопасность соответственно. Также, почему они вообще выбрали блокчейн?